Здравствуйте, мистер Кей, я ваш государственный адвокат. Как вам уже сообщили, власти хотят вас посадить на 420 лет. Однако я могу сократить срок, если вы поделитесь тайной информацией и поможете дополнить список карт, которые используют авиасвободимы для создания своих машин. Нужна помощь? Эй, ты меня слышишь? Кстати, эта камера звука непроницаема даже для голосов на заднем плане, так что сегодня вам никто не поможет. Что? Впервые о таком правиле слышу. Ты кто такой вообще? RP Union — это карта города, которая очень напоминает Нью-Йорк. Она подойдет для любого жанра, от боевика до комедии. На карте имеются основные постройки, присущие крупным городам. Банк с огромным хранилищем внутри. Обширный госпиталь. Парк, по которому приятно погулять. Полицейский участок с современной комнатой для допросов. И даже работающее метро с несколькими станциями, расположенными по всему городу. Карта выполнена очень стильно. Во многие магазины можно зайти, что добавляет еще больше атмосферности. При первом взгляде кажется, что это тот же Биг Сити, только с туманом, что такого. Но стоит только зайти на эту карту, и вы сразу убедитесь, что нашей всеми знакомой карте сумели придать новый, устрашающий вид. На часть карты были добавлены предметы, добавляющие страха. На ней можно как снимать машинимы, так и просто ходить, изучая давно известную карту заново. Ощущение того, что за вами кто-то следит, не будет вас покидать, даже если вы играете в одиночную игру. Атмосфера Silent Hill здесь передана изумительно. Кстати, я говорил вам, что на карте есть скримеры. GMBRS – еще одна замечательная карта от создателя популярной GMFork. Снаружи она очаровывает своей прохладой и проработанными видами, а внутри нас ждет огромный подземный бункер, в котором обязательно можно найти что-то, что пригодится для вашей машины. Кстати, на ней мы снимали машиниму «Охота». Если вы снимаете... Ну-ка, подвинься, дай мне тоже рассказать. Твою налево, ну кто-нибудь мне даст здесь поработать в этом доме?
Если же вы снимаете артхаус или хотите показать чей-то кошмар, то рекомендуем осмотреться на карте Эрис. Она сделана в абстрактном стиле, который подходит для съемок чего-то не из нашего мира. Карта не слишком большая, но зато проработана и с красивым задним планом. Insertion — это портированная карта из CSGO с небольшим домом у реки. В принципе, в ней нет ничего необычного, но такие карты часто понадобятся при съемке боевиков. И, наконец, самая грандиозная карта этого топа — City 24. Она огромна, и количество здесь без ущерба качеству. Каждый уголок проработан идеально, а саму карту можно осматривать часами и все равно находить что-то новое. Эта карта идеальна для машинимы с темной атмосферой Half-Life 2 Beta или в стиле игры Dishonored. Авторы действительно скрупулезно поработали над каждым уголком. Каждое место выглядит не похожим на предыдущее, поэтому и итоговый результат получился сногсшибательным. Казалось бы, куда делать карту еще больше, но разработчики добавили величественный мост, который соединяет основную карту с дополнительным районом. Даже мы, пока составляли этот топ, не смогли изучить ее до конца. Однозначно рекомендую вам, если не снимать, то хотя бы ознакомиться с ней. Эй, дружище, я спешу поздравить, тебя выпускают. Он что, реально сбежал? Да, все именно так, как ты сказал. Но знаешь, самая главная фишка в том, что... О, отлично, мы как раз тебя заждались.